The trolls are just the tip of the iceberg, because for years, Russia's hackers have been mixing up the global underworld. One who knows his way around this world better than anyone else is Sergei. He has his own YouTube channel where he reveals the secrets of the Russian hacker scene. Начал этим заниматься всем, наверное, в 14 лет. Это был 97 год. В те времена еще, да, киберпреступники, они были достаточно открыты и дружелюбны. Поэтому я знаю лично порядка 10 топ-хакеров мира. Они почти все сейчас в США сидят. Сергей himself has stolen several million euros. Я сидел в тюрьме, и дело в том, что я сидел дважды за киберпреступление. Понимаешь, после того, как я освободился первый раз, я 2,5 года отсидел, для меня это было как легкое приключение, такой легкий трип. И все, я не понял этого. А сейчас, когда я вот второй раз сидел 7,5 лет, ну, мне этого хватило, чтобы навсегда завязать с криминалом, и я сейчас делаю только белые проекты, легальные полностью. А вот это моя водка получается, и, ну, название, видишь, Кардер, и здесь везде логотипы всех компаний, которые мы когда-то ебали. MasterCard, Bank of America, UPS. Today Sergei legally makes his money from these world-famous brands. For years he stole from them on a grand scale. He was one of thousands of so-called carders of the former Soviet Union. Хакеры, они, получается, достают информацию, базы данных, номера кредитных карт, логи банковских счетов, а кардеры помогают со всего этого украсть деньги. То есть берут информацию хакеров, покупают либо бартер там какой-то, либо разделение прибыли и крадут деньги оттуда, выводят с кредитных карт, выводят с банковских счетов. Вот если мы возьмем карточку, да, любую, вот есть пластиковая полоса, либо чип, к примеру, и для покупки в интернете достаточно вот card number, получается, cardholder name, expire date и CVV-код. Этого достаточно для покупки в интернете. Но для того, чтобы сделать клон карточки, дубликат, и пойти, например, купить что-то в магазине, либо снять кэш в банкомате, при условии, если у тебя есть пин-код, нужна информация вот отсюда, с магнитной полосы, либо с чипа. И вот это вот все называется дамп. Ну, если у тебя есть дамп, то ты делаешь дубликат карты, и твои дропы — это подставные лица, просто твои сообщники. Отправляешь их в магазины скупать там золото, например, там водку, технику дорогую, компьютеры, телефоны. Ну, все, что можно быстро продать, понимаешь? Я смотрю, что у всех практически причина одна, именно безденежье. Вот. И еще второй фактор, у многих неполные семьи. То есть, и все это приводит к тому, что мы становимся на такой криминальный путь, потому что я ни разу не встречал там киберпреступников, да, из таких благополучных, очень богатых стран, типа Швейцарии, там, Нидерландов. Сергей used to live the high life. Since his last stint in jail, he has turned to legal business. Meanwhile, he observes the scene from the outside. His YouTube channel has more than 250,000 followers. His guests every week include the crème de la crème of Russian cyber criminals. По самым минимальным подсчетам, количество киберпреступников, ну, хакеров включим туда тоже, в мире русскоязычных где-то по меньшей мере 150 тысяч человек. Ну, сколько они там зарабатывают? Там 1,5-2-3 тысячи долларов в час. При этом рискуют постоянно своей свободой. Мы же зарабатывали там в десятки и сотни раз больше. Even as a teenager, Sergei cracked the data of international hotel chains, gaining access to hundreds of credit cards. He duplicated the cards and sent out errand boys in Moscow to withdraw money and purchase luxury goods. He himself became a millionaire within a few years. He is said to have stolen a total of 36 million euros. His story is no isolated case. Если мы посмотрим на статистику там тех же уголовных дел США, ну, везде, где много сидит там за компьютерные преступления, мы видим, что самые топовые какие-то взломы, аферы, они были осуществлены русскими, ну, вообще выходцами с бывшего Союза, украинцами, белорусами, русскими.
молдаванами в том числе. Потому что страны неблагоустроенные, бедные. То есть технический скилл и сообразительность достаточно высокие.